Я повторюсь, я привитый, поэтому я подумал, что, в принципе, имею право на это носить. Ну, а народ вот как вообще реагирует? Реагирует? Ну, транспорт сейчас как косо смотрит. Ну, в основном никак. Ну, по крайней мере, как я это вижу, в принципе. Профтрансавто предприятие. Безобразно, нету вывески о том, что вход без маски запрещен. Никакой наглядной агитации по коронавирусу. Маршрутка грязная, техническое состояние визуально не удовлетворит. Я скажу, что эффект от нашей работы есть. С сегодняшнего дня наши коллеги из органов внутренних дел усиливают работу в отношении пассажиров общественного транспорта. Будут составлять административные протоколы уже не только в отношении водителей, а в отношении тех пассажиров, которые не соблюдают требования закона, потому что оно едино для всех. И водитель, и пассажир должен соблюдать масочный режим общественного транспорта. Поэтому начинается составление административных протоколов в отношении пассажиров. Практика уже есть судебная? Какие суммы? Ну, вот это суд решает от предупреждения 10 000 рублей. Я слышал сейчас гражданам, простым физическим лицам, вот в торговых центрах, кого без масок останавливают, до 11 000 уносят. А какая разница? Первый раз. Торговый центр, либо подвижной состав общественного, это тоже общественное место. Здесь вообще скученность-то я еще выше, чем... Я про говорю, что уже начали по 11 тысяч назначать тем, кто первый раз. Ну, а по транспорту? Там, вы... там статья одна этажка. Да-да, отслеживайте. Я говорю, сейчас сумма увеличилась? По гражданам работают органы внутренних дел, мы по водителям, по собственникам транспортных предприятий. Суммы средние примерно, да? Те же самые, которые были, да? На первый раз, как правило, штраф минимальный, суд принимает решение. Предупреждение либо 1 000 рублей, а при повторном нарушении, там, конечно, уже гораздо больше. По вашему мнению, люди расслабились в плане надевания масок, и водители, может быть, расслабились? Да, расслабились. И результат этой ситуации мы видим в цифрах, которые растут каждый день. Наша задача сейчас довести для всех и для каждого о необходимости беречь себя, своих близких, о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте и в других общественных местах. Раньше рассматривалась такая идея, что водители там, всяких маршруток, автобусов, они могли предоставлять маски пассажирам, которые входят как бы без средств защиты. Понятное дело, что каждые 2 часа менять маску — это очень сложно и дорого. Вот что делать, то есть будет ли принято такое решение в конце концов? Ну, такое решение оно и никто не отменял, и по междугородним маршрутам оно действует, соблюдается. По городским маршрутам, в первую очередь, это обязанность пассажира иметь при себе маску и воспользоваться ей в общественном транспорте. Водитель, мы со всеми перевозчиками достигли соглашения, он не должен трогаться с конечной остановки, пока все пассажиры не будут соблюдать маску. Но выгнать же он не может пассажира без маски. Он не должен продолжать движение, пока все пассажиры не пользуются маской. Но это же приведет к конфликтам в итоге, да, в салоне. Но закон есть закон. И здесь, когда речь идет о здоровье и жизни людей, значит, нужно идти на конфликт.
известно ли вам, что в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим? На дверях. Вход без маски запрещен. Да? Предполагается административная ответственность. Пожалуйста, одевайте маски, берегите себя, своих близких. У всех есть маски?